Мы сегодня гуляем в парке Игуасу. Мы проснулись рано утром, чтобы сюда прийти, чтобы насладиться всеми видами. Нам рассказали самые потрясающие места, и вот мы сейчас здесь смотрим эту красоту. На самом деле все так бегают от койотов, потому что у них очень большие когти, и они могут отобрать еду. Они очень ловкие в этом плане, ходят по группам по 5 человек, по пять койотов, и очень привыкли к туристам, и они просто супер ловкие. Воришки. En el fondo de la mar. Hay un clavo en el balde, en el balde, en el balde, en el fondo de la mar. Hay un clavo en el balde, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo. Hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Программа «Сделай сам». Если вы не хотите покупать плащ от дождя, который стоит 300 рублей, вы можете его сделать из мусорного пакета. Для этого врезаем голову. Врезаем голову и надеваем мешок, чтобы найти, где нам нужно вырезать место для рук. Мешок выбираем белый, чтобы красиво получилось на фотографии. Otro brazo. Otro brazo. Вытаскиваем вторую руку.
cortaste, получилось. Кики, hola. Yo soy la cortadora oficial. Hola, mi amor. El bebé. Дорогі друзі, ми знаходимося на вершині водопаду Superior. Я б вам показала все, але тут так багато туристів, що я вам просто покажу з цієї сторони. Ось така тут красота. Ветрено, на мне куртка, кофта, свитер, майка и топик для йоги. Еще и шарфик. С собой у меня двое штанов. Несмотря на то, что сейчас июль, здесь достаточно ветрено и холодно, но очень солнечно. Вот. В июле здесь зима, как я уже говорила много-много раз, потому что мир перевернут. Вот. И мы только что покушали манго на обед с орешками, с лесными орехами. И сейчас мы идем на самый большой водопад. А мы сейчас находимся на границе с Бразилией, которая находится вот там. Вот там, где флаг Бразилии, начинается Бразилия. Получается, просто нужно переплыть водопад, или его перелететь, или переехать на лодочке и оказаться в Бразилии. А мы второй раз возвращаемся на катаратус, и потому что в первый раз мы просто были супер взбудоражены этим видом, и и почти ничего не сняли, потому что просто наблюдали за этой красотой. Вот, но мы приезжали первый раз. Мы первый раз мы сюда пришли в воскресенье, думали, что будет очень много народу. На самом деле сейчас среда, и сейчас гораздо больше народу, потому что начались каникулы, и где-то с 15 июля по 30 июля лучше не приезжать на Катратус, потому что здесь просто все люди из Аргентины и Бразилии приезжают, и нереально просто никуда пройти. Но это очень хорошее время, в том плане, что здесь не супер жарко, здесь прохладно и свежо, и хорошо, мне очень понравилось. Вот, и мы сейчас уже минут 30, наверное, стоим в очереди, чтобы пройти на чтобы посмотреть заново на горло дьявола, так называется, самый большой водопад. И вот мы уже к нему приближаемся.